Легендарная троллейбусная единичка снова возобновит свое движение. Старейший маршрут возвращается спустя 5 лет после закрытия. Он будет курсировать между железнодорожным вокзалом и площадью Льва Толстого. Троллейбусный маршрут номер 1 самый короткий. Он начал работать еще в 1945 году. Возвращаем первый маршрут. Так как это количество подвижного состава уже нам это позволяет увеличить выпуск на линию. Наша задача по первому маршруту добиться 10-минутного интервала. Вот, потом в дальнейшем при увеличении этого пассажиропотока этот интервал будем сокращать. Со среды также возвращаются к обычному режиму работы девятка и десятка. Они будут продолжать движение через отреставрированную Ришельевскую, где проводилась замена контактной сети. Маршрут 7-го троллейбуса по просьбам пассажиров будет и дальше ходить от Архитекторской до улицы Новосельского.